Ладно, снова нас обзывают убийцей, Винсентом. И еще одна развилка. Так, мы ходили в больницу, в госпиталь, да? Давайте тогда пойдем. Давайте пойдем в библиотеку. Кто ты такой? О чем ты говоришь, Винсент? Как ты меня назвал? Пожалуйста, не убивай меня. Вертолет? Винс, это все твоя вина. Ты сказал им прислать уборщиков, чтобы уничтожить этот город. Уборщиков? Ты о чем? Подожди! Вот у нас получается новая кат-сцена. Вот. Такой сцены не было у нас в прошлый раз. Картина на стене. И какие-то уборщики прибыли. Что за уборщики? Это план этой библиотеки. Что у нас здесь еще есть? Если вы сотрудник и берете книгу, используйте карту доступа. Понятно. Такс. Коротышка побежал сюда. Закрыто. А это означает что? То, что нам наверх. Здесь у нас тихо, спокойно. Травка. Как жаль, что тебе придется умереть здесь. Но все же, это как раз такое место, где должны умирать хладнокровные убийцы. Ну, ты коротышка, я еще доберусь до тебя. Так, я слышу кого-то. Ох ты, боже мой! Фу! 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 Нам повезло, расправились с ним быстренько. Без затруднений пока. Но я думаю, это только начало. Дальше будет сложнее. Так, и у нас здесь новое оружие. Но что ты его не берешь-то? Эй! Беретта Г. Г-г-г. Так. Вещи. И давайте выберем нашу Беретту Г. Что у нее про нее пишут-то? Нанбу 14 спецпервый японский автоматический пистолет в японской армии. Обойма, правда, маленькая.
патронов мало в нем. Но я думаю, по убойности он будет отличный. Так, почему-то дверь открыта. Нас же закрыли все-таки. Непонятно. Так, коротышка свалил. Я думаю, та дверь тоже открыта. О, блин, это было неожиданно. Я аж дернулся. Да что ты? Какой-то он по скорострельности он хреновастый. Да что ты будешь делать-то? Какая-то жопа. Непонятная. Произошла сейчас. Хо, что-то меня напугали эти собаки, реально. Так, лизун. Похоже, да. Но так и есть. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо. Да что ты будешь делать? Что за фигня-то происходит? Что-то я не собрано как-то играю. Как лошара. Ей-богу. Да, скорострельность у этого пистолета хреновастая. Я скажу вам. Чем у остальных. Так, здесь документы, давайте почитаем. Секретный файл Umbrella. Итак, конфиденциальный документ Umbrella. Только для вашего изучения. Этот файл содержит данные о биологическом оружии, которое создано вирусом-загрязнением, которое произошло в ходе биологического заражения. Первое биологическое заражение было вызвано утечкой этого вируса в лаборатории Arklay 11 мая 1998 года. Вторым было крупномасштабное биологическое заражение в Raccoon City, которое случилось 4 месяца спустя. Хотя официального подтверждения нет, но вполне возможно, что существует биологическое оружие, кроме тех, что упомянуто ниже. Данные об остальных будут сообщаться, как только их соберут. Так, файл биологического оружия номер 1. Зомби. Люди, которые заражены Т-вирусом, они потеряли свое сознание и блуждают, основываясь лишь на инстинкте и голоде, чтобы удовлетворить аппетит человеческой плотью. Тактика борьбы. Поскольку они очень медлительны, их можно довольно легко убить, если соблюдать достаточное расстояние, стреляя из укрытия. Файл биологического оружия, угроза это. Номер 2. Цербер. Собаки, которые заряжены Т-вирусом. Их тела не сгнили настолько, как у зомби, поэтому они двигаются намного быстрее. Они очень чувствительны к шуму, если они услышат, что вы бежите, то начнут преследовать и атаковать вас. Тактика борьбы, возможно, устранить их ручным оружием,
но так как они быстрые, в них трудно прицелиться. Файл биологической угрозы номер 3. Лизун. Они получаются в результате мутации, которая происходит, когда зомби заражен Т-вирусом. В результате у них появляются такие отличительные черты, как выпирающая мозговая ткань. Двигаются они на четырех конечностях. По сравнению с зомби, они обладают невероятным проворством. У них нет глаз, и они не способны видеть. Вместо этого они имеют развитый слух. Тактика борьбы. Поскольку они нападают на звук, нужно соблюдать осторожность, стреляя в них. Они очень чувствительны к звуку шагов. Избегайте бега, когда находишься в их окружении. Так, файл четвертый. Плющ. Биологическое оружие, которое создано из растений. Они могут двигаться самостоятельно, используя пары, которые вдыхают через кому. Кожу. Не подпускайте к себе их щупальцы, которые используются как кнуты. Тактика борьбы, поскольку огонь смертелен для них, гранатомет — это самое эффективное оружие. Так, файл номер 5. Охотники. Биологическое оружие, которое создано в результате заражения Т-вирусом человеческой ДНК. Так как мускулы нижней части тела у них были увеличены, они могут подскочить невероятно высоко и напасть на врагов острыми, как бритва, когтями. Тактика борьбы. Перед тем, как прыгнуть на врага, они останавливаются на мгновение. Напасть на них необходимо в этот момент. Файл номер 6. Тиран. Окончательный взлет нашего биологического оружия на основе Т-вируса. Основанный на обычном виде тирана, еще более сильный и свирепый. Улучшенный тиран. И Немезис, который еще более агрессивен и интеллектуален, были созданы нашей европейской ветвью. Тактическая процедура. Нет фактически никаких контрмер против невероятной силы тиранов. Файл номер 7. Прототип. Опытный образец еще не является полностью доработанным, но мы уже можем создавать и наладить массовое производство более эффективных типов, добавляя определенные материалы в течение процесса культивирования генов тирана. Однако есть одна проблема. И что это за проблема, не указано. Ну что, давайте двигаться дальше. Так, здесь у нас мистер зомби. Один. Ну, подыхай давай. Все, отлично. Такс, что здесь мы имеем? Здесь у нас крюк для люков. Взяли. График дежурств. Так, слышу снова собак. Перезаряжай. Псинки, где вы? Ах, промазал.
отлично. Такс, что здесь у нас? Здесь у нас пусто. Пусто. А, ну в принципе мы почти вышли. К пересечению развилок. Первых. Да? Да. Вот, собственно, и второе пересечение развилок. Что там был за звук за той дверью, я вообще не знаю, но что-то такое громкое и, мне кажется, большое. Так, ну вот мы попали в комнату Лота, по-моему. Патроны от ружья взяли. Здесь мы были уже в прошлом прохождении. Дневник швейцара. Дневник швейцара Энди. 6 сентября. Я никогда не видел его, но слышал, что какой-то Винсент стал главнокомандующим города. Официально он элита, посланная штабом Амбрелла. По правде говоря, он такой злодей, что, не задумываясь, убил бы своего друга, если бы это продвинуло бы его по службе. Хорошо, что я живу здесь, в этом темном коллекторе, и это не означает для меня ровным счетом ничего. 20 сентября. Я слышал отвратительную сплетню. Новый командир Винсент приказывает персоналу завода делать дикие эксперименты каждый день с детьми, которые привезены со всего мира. Я даже не знаю, почему эти дети были привезены в этот город. Но это меня беспокоит. По крайней мере, я не хочу быть вовлеченным, пока меня это не заденет. 10 октября. Кажется, что какой-то ужасный несчастный случай случился на поверхности вчера вечером. Я не знаю деталей, но я слышал, что управляющий Винсент совершил какое-то ужасное... что-то ужасное. 9 ноября. Сегодня, наконец, управляющий Винсент приехал сюда для осмотра. У нас состоялась светская беседа. Но я увидел в нем столько жестокости, когда я сделал его снимок на память, он очень рассердился. Он настолько глуп. Картинка. Нет. Это я? Я Винсент. Это все моя вина. А ты кто такой? Подожди. Пожалуйста, не убивай меня. Я о тебе тогда ничего не знала. Остановись.